Да, может быть что-то. Так, друзья, мы сейчас находимся в Арни. Первый день пребывания в этом городе. Решили искупаться в этом в море. По правде говоря, немножко сегодня жарковато. И слегонца даже, можно сказать, устали, хотя абсолютно, в принципе, ничего не делали, просто на автостопом приехали с этого места. Сейчас посмотрим, что здесь творится. Здесь входа нету, вход в другом месте, но что-то здесь происходит такое конкретное. А, пловцы. Пловцы здесь плавают у нас, все понятно. Соревнования по плаванию. Болельщики собрались. Вот, видите, ажиотаж есть тут. Крики, охи. Кто-то победил. А, такие вот дела. Ну что, сейчас наша задача, значит, перейти вон на ту сторону и залезть в море. Покидаем смотровую площадку для пловцов и будем двигаться дальше. Так как батарейку зарядить мне не удалось, потому что вот только прибыли, решили долго не затягивать, еще день идет во всей своей красе, то есть вечер еще не наступил, поэтому пошли на море, чтобы уже открыть реально сезон именно купанием в этом году. Сегодня уже нормальная, жаркая такая погода. В отличие от Золотых Песков, где мы были, здесь уже город. То есть не просто пляж идет. И одна улица чисто пляжная. Здесь же уже нормальное движение. То есть целый город с домами, жилыми комплексами. 400 тысяч населения. И также вот сейчас мы на набережную попробуем. Комплекс прям так. Отсюда, я так понимаю, мы не попадем или попадем. А, нет, смотри, здесь у него, видишь, все для этого. Это, да, спортивный какой-то комплекс. Спа-центр. Вот, бассейны, да, вон там пляж. Вот нам надо сейчас на пляж попасть. Сейчас мы туда подойдем. С этой стороны. Тут у нас в той стороне город лежит. Люди уже сегодня все повыходили, уже чувствуется, что лето в полном разгаре. Все ездят на моря, кто-то приезжает в Болгарию. Много русскоговорящих тоже здесь. Так, как же нам спуститься-то? Как же нам спуститься тут? А, вот тут у нас спуск. Крем для загара, да? У нас вообще есть крем для загара? От загара. От загара, да. Крем под загара, нет? А что есть вообще, чтобы не сгореть? Просто крем. Просто крем. Орел. Просто крем, думаешь, поможет нам? Нет. А? Нет, да? Тогда сегодня чисто откроем сезон. Загорать не будем. Да, загорать. Нам вообще загорать не надо. Ну. Это нечаянно. Да, только если случайно под солнце не попадаем. Перу побим. Вот он и пляж. Так. Так, так, так. Вот тебе песок. Сейчас надо снять эти тапочки. Че, пойдем? Ты что, на детскую площадку, что ли? Друзья, вот не знаю почему, но мне очень нравится, когда вот такая вот атмосфера. Пляж, песок, море, солнце, красота. А? Пляж большой и песок хороший. Да. Широкий пляж, большой пляж. Это бар.
фары с такими белыми крестами. Ага. Тут все в полном порядке. Так, друзья, вот оно и море. О-хо-хо-хо. Ну да, вода. Слушай, здесь на самом деле грязнее вода, да. Друзья, мы были в Золотых Песках, там вода была чище. Или же, может быть, даже сама вода чистая, просто вот эти, видите, плавают, мусор этот. Разный мусор. Всякие какие-то водоросли, да, плавают, да. Прям как в России, только чуть-чуть. Вот, ну ничего. Сейчас здесь купаемся. Ну пойдем, если хочешь туда. Пойдем. Мне тоже что-то туда немножко хочется пройтись. Водоросли? Да, здесь какие-то водоросли. Хотя я думаю, они здесь везде, наверное, будут. Посмотрим сейчас. Может и не везде. Песок такой немножко грубый и очень приятен для ног, массажирующий. Так, вроде там меньше этих водорослей. Там нету, кажется, водорослей, да? Я не вижу их. Вон там есть, да? А, не везде. Ну ладно, делать нечего. Тогда из этого можно сделать вывод, что в Золотых Песках все-таки море чуть-чуть почище. Да, здесь почище будет, в этом месте тоже. Ага, здесь нормально. Так, что, давай здесь приземлимся. А? Что, друзья, пока все. Находимся на Черном море, в Болгарии, в городе Варна. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Смотрите Анзор ТВ.